Всем привет, друзья, канал Муз1. В работе у нас Серетига 8. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатный шумоизоляция. В багажнике, видите, несколько полосок вибропласта присутствует. На полу задней арки у нас голый металл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Вот берем, смотрим. Слышите, как звенят голый металл на полу в салоне. Также кое-где вибропласт присутствует. Надеюсь, он отжался, что шумный автомобиль. Крыша, видите, передняя часть, небольшая полоса вибропласта. Приготовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Черетигу 8. Проклеим у нас тщательно прокатом валиком пол. Пол в багажнике, пол в салоне. Ковер наносим. Также обработаны задние арки. Крылья. По дверям смотрим. Нанесли первые два слоя. Слой будет 4, первый слой вибропласт. Толщина его 3 мм. Второй слой нанесли шумопоглотитель. Это мембранная шумоизоляция, называется Integra 6 мм. Также закончили работы по проклейке пола. И обработана крыша. Продолжаем наши работы. Закончили клеить шумоизоляцию на Черетигу 8. Проклеим нашим шумопоглотительным пол в багажнике. Используем Vision 6-мм. Проклеены задние арки. Мембранная шумоизоляция, блокшот 7 мм. Задние крылья проклеены. Используем эксперт 15-мм. Мембранная шумоизоляция мы обработали. О! Толщина 7 мм. И обработана крыша. Третий слой вибропласта мы нанесли в дверях. Это у нас Dark 2-мм. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас эксперт 15 мм толщина его. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!